На Южном Урале назначат дополнительные денежные выплаты ветеранам. Они полагаются сразу нескольким категориям – труженикам тыла, детям погибших защитников Отечества. Принял решение об увеличении на 15% с 1 июля текущего года размера ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Челябинской области. Такая индексация не проводилась много лет, и это повышение коснулось почти 150 тысяч южноуральцев. Хочу сказать, что я принял решение увеличить труженикам тыла ежемесячную денежную выплату с 270 рублей до 1600 рублей. Решение Алексей Тексер озвучил на пленуме Совета ветеранов. Он впервые прошел в режиме конференции. К ней подключились около 50 ветеранских организаций из городов и районов области. Прозвучало еще одно заявление. Выплаты будут получать и дети погибших защитников Отечества. Это вот та, наверное, боль, которая все эти годы звучала, это внимание к детям, погибшим защитникам Отечества. И сегодня Алексей Леонидович принял решение, что ежемесячно будет выплата 500 рублей для 29 тысяч тех, кто сегодня имеет статус «Дети погибших защитников Отечества». Уже в этом месяце внесут законопроекты о назначении выплат в областной парламент на рассмотрение. Кроме того, из областной казны направят 26 миллионов рублей на реставрацию мемориалов к 75-летию Победы Великой Отечественной, а также создание новых, где увековечат имена 1320 южноуральских солдат.